Вашей маме зять не нужен? Девичья у меня до сих пор фамилия. Суженого своего я еще не видела. Много у меня друзей, состоящих из парней. Ну и пусть, а я хочу выйти замуж поскорей. Эх, скажу вам, не та я, маме паренек житья. Нужен и, скорее всего, за казаха выйду я. За казаха выйду я. Русский парень молодец, я влюбилась наконец. За него не разрешил выйти замуж мой отец. Парень дурак приходил, по-турецки говорил. Я его не поняла, он меня не покорил. Эх, скажу вам, не та я, маме паренек житья. Нужен и, скорее всего, за казаха выйду я. Понимающий меня парень нужен мне в мужья. Думаю, скорее всего, за казаха выйду я. За казаха выйду я. За китайца не хочу, я хоть много вам скажу. Как же всех его родных к себе в гости приглашу. За индуса выходить, это не в баклуши бить. Чтобы стать его женой, гитой-зитой надо быть. Эх, скажу вам, не та я, маме паренек житья. Нужен и, скорее всего, за казаха выйду я. Понимающий меня парень нужен мне в мужья. Думаю, скорее всего, за казаха выйду я. За казаха выйду я. Я не знаю почему, как же парни не пойму. Все не могут подобрать ключик к сердцу моему. Отворить я не могу свое сердце никому. Счастье только подарю суженному своему. Эх, мужчины, это зря, вы послушайте меня. Не ищите же невест в телефоне у себя. В телефоне у себя. Из парней. Ну и пусть, а я хочу выйти замуж поскорей. Эх, скажу вам, не та я, маме паренек житья. Нужен и, скорее всего, за казаха выйду я. За казаха выйду я. Русский парень молодец, я влюбилась наконец. За него не разрешил выйти замуж мой отец. Парень дурак приходил, по-турецки говорил. Я его не поняла, он не покорил. Эх, скажу вам, не та я, маме паренек житья. Нужен и, скорее всего, за казаха выйду я. Понимающий меня парень нужен мне в мужья. Думаю, скорее